Спортивная драма «Движение вверх» уверенно приближается к сборам в 1 000 000 000 рублей. Фильм пользуется большой популярностью у российских зрителей все новогодние каникулы. Многие приходят на него и во второй раз. Интерес к картине подогревается отзывами в сети интернет. Люди хвалят «Движение вверх» за накал эмоций, игру актеров, а те, кто постарше, вдобавок отмечают и бережно воссозданный советский быт 70-х годов со всеми его особенностями. Замечательная картина, но я думаю, что этот фильм не о 3 секундах, которые потрясли и удивили нашу страну, потрясли весь мир. Этот фильм намного о большем. О том, что нет ничего невозможного. Как в спорте, так и в жизни. Что вера в себя, вера в победу – это ежедневный кропотливый труд коллектива и личный вклад каждого в свое любимое дело. И очень приятно, что в последнее время появляются такие фильмы, которые убедительно и наглядно показывают любовь к своей родине, искренний патриотизм и стремление к победе.